король больше расположен герцогу Олбани, чем герцогу Корну. Винар так всегда казалось, но сейчас по разделу королевства трудно понять, кого из герцогов он ценит больше. Части так выровнены, что и не скажешь, кого из зятьев предпочитает король. Это ведь ваш сын, милорд. Я причастен к его рождению. Так часто краснел, признавая его своим, что теперь привык. Не совсем понимаю вас. Мать этого малого поняла и понесла. Получила сына в люльку, прежде чем мужа в постель. Чувствуете, в чем неувязка? Я не могу сожалеть о вашей вине, раз результат ее так хорош собой. Есть у меня, сэр, и законный сын, Эдгар. Но люблю я его не больше. Хотя этот ублюдок появился на свет без приглашения, но мать его была красавица. Мы славно поразвились, делая его. К тому же, сына шлюхи должно признавать. Ты знаком с этим благородным господином Эдмунд? Нет, милорд. Это граф Кент. Мой достопочтенный друг. Очень рад служить вашей милости. Я полюблю тебя, когда узнаю о нем. Сэр, я вас не разочарую. Он 9 лет был в отъезде и скоро снова уедет. Но вот и король.
наше королевство на три части, я намерен немедленно отвести все заботы и дела с плеч моего возраста, чтобы приложить их на ваши молодые плечи, пока я налегке ползу к смерти. Сын наш Кормлер, и ты, не менее любимый сын наш Олбани, я намерен немедленно огласить, какие части королевства достанутся каждой из наших дочерей, чтобы заранее предотвратить будущую вражду. Принцы французский и бургундский – великие соперники в любви нашей младшей дочери. Давно пребывают при нашем дворе, ведомые любовью. Сегодня им нужно дать ответ. Скажите мне, дочери мои, вот сейчас я слагаю с себя и власть, и право на землю, и заботы о государстве. Насколько каждая из вас любит меня? Тогда я смогу отдать самую большую часть той, в которой право крови и право добродетели совпадает. Гонорилья, наша старшая дочь, говорит первой. Сэр, я люблю вас больше, чем могут выразить слова. Я люблю вас больше, чем зрение, жизнь, свободу, больше, чем все, что можно назвать драгоценным или редким. Не меньше, чем жизнь в счастье, со здоровьем, красотой и честью. Больше, чем все дети до меня любили своих отцов. Эта любовь делает слова невыразительными. Речь беспомощной, мою любовь, не выразить меркой насколько. Тебе и твоему потомству навсегда приходит вот это. Своим и Олбани потом. Что скажет наша вторая дочь, наша дрожащая Рикана, супруга Корнуэлла? Говори. Я сделана из того же металла, что и моя сестра. Цените меня по ее стоимости. Заглянув к себе в сердце, должна сказать, что она точно описала мою любовь, только она не договорила. А я объявляю, что я враг всех иных удовольствий, всех самых драгоценных чувств. Я испытываю наслаждение только от любви к вашему величеству. Тебе и твоему потомству навсегда переходит вот это. Полновесная треть нашего прекрасного королевства. Она ничем не хуже, чем та, что отдана Гонорилье. Ну, теперь наша радость, последнее порождение, но не по нашей любви, за чье сердце спорят виноградники Франции и молоко Бургундии. Ну, что можешь сказать ты, чтобы заполучить честь более обширную, чем твои сестры? Говори. Ничего. Ничего?
ничего. Ничего есть ничего. Начни еще раз. Как я не горюю об этом, я не в силах вывалить сердце себе в рот. Я люблю, Ваше Величество, в соответствии с дочерним долгом. Не больше, но и не меньше. Ну-ну, Корделия, исправь немного свою речь, пока она не испортила тебе судьбу. Мой добрый государь, вы меня зачали, вырастили и любили. И я отвечаю вам на это, как мне велит долг. Я подчиняюсь вам, я люблю вас и чту. Но зачем вы выдали сестер замуж, если они должны любить только отца? Если вы сегодня выберете для меня мужа, повелитель, с которым мне придется лечь в постель, получит не менее половины моей любви, привязанности и долга. Я не стану выходить замуж, чтобы любить только отца. И твое сердце согласно с этими словами? Да, мой добрый государь. Так молода и так черства. Так молода, милорд, и так правдива. Да будет так. Я отрекаюсь от отцовского долга, от родства и права крови. Ты будешь мне чужой отныне и навеки. Скифский варвар, грецкий кровосмеситель, мне будут милее, чем ты. Моя когда-то дочь. Молчите, мальчик, не суйся! Между драконом и его ярости я ее любил больше всех. Думал припоручить ее нежной заботе свою старость. Прочь, не попадайся мне на глаза. Клянусь, я лишаю ее отцовской любви. Пригласите короля французского и герцога бургундского. Кормы лобани, поделите последнюю треть между наделами моих двух дочерей. Пусть гордыня, которую она называет правдивостью, женится на ней. Я вам совместно передаю мою власть, могущество и все атрибуты королевской власти. Я же в сопровождении свиты стану жить по очереди у каждого из вас. Оставляю за собой лишь титул короля, права, доходы, исполнение законов, возлюбленные сыновья. Теперь ваши, я даже разделю корону между вами. Державный мир, которого я чтил как короля, любил как отца, слушался как хозяин. Кент лук сотнут и натянут нестойно против стрелы. Пусть лук пусты, пусть стрела попадет мне в сердце. Что ты говоришь, старик? Ты думаешь, что он боится заговорить, когда власть пожирает сама себя? Отныне свой приговор. Клянусь жизнью, младшая дочь любит тебя не меньше, чем остальные. Кент жизнью заклинаю, замолчит! Я всегда считал себя пешкой, поставленной против твоих врагов. И я не боялся потерять жизнь, защищая тебя. И я буду защищать даже против тебя самого. Да пошел ты в жопу! Возьми себя в руки. Изменник. Так как ты пытаешься заставить меня нарушить клятву и со своей надменной гордыней пытаешься встать между моим приговором и моей властью, то получай награду, на которую ты сам напросился. Я даю тебе 5 дней на сбор, чтобы защитить себя от напасти этого мира. На 6-й день ты должен повернуться своей ненавистной спиной к моему королевству. Если на 10-й день твое изгнанное тело найдут в наших пределах, тебя тут же постигнет смерть. Прочь! Убирайся, мерзавец! Прощай, мир! Раз твое расположение было таково, изгнание здесь, а свобода за границей. Свобода! Всегда за границей! Прощайте, девочки, Кент прощается с вами и держит свой старый курс на новые земли. Субтитры
мы сперва обращаемся к вам. Вы с этим королем соперничаете за нашу дочь. Скажите, какое наименьшее приданое вы потребуете за нее, чтобы не прекратить ваши искания любви? Ваше королевское величество, я желаю не больше, чем вы предложили. Благородный герцог, когда она была дорога нам, все так оно и было. Но теперь ее цена упала. Сэр, вот она стоит. Если что-то в этом маленьком существе, или все оно целиком, пронизанное нашим неудовольствием, ничего более, устроит вас, то вот она, и она ваша. Я не понял. Вы ее, со всеми ее недостатками одну, без друзей, без сестер, без отца, с одним проклятием в придаток. Берете или оставляете? Вы меня простите, ваше величество, но выбор на таких условиях невозможен. Тогда оставьте ее, сэр, ибо клянусь, я назвал вам ее истинную цену. А ваш же великий король я слишком люблю, чтобы сватать вас за существо, ненавистное мне, поэтому прошу вас обратить ваше притязание на более достойный предмет, чем это ничтожество, от которого со стыдом отказался ее родной отец. Слушай, это странно. Корделия только что была вашей любимицей. И в несколько минут сумела совершить нечто настолько преступное, что разрушилось столько слоев любви. Должно быть, вина ее ужасна и превращает в чудовище, но поверить в это меня может заставить только чудо. И все же я прошу, ваше величество, объявить, что ни злодейский поступок, ни убийство, ни измена, ни порочное поведение или бесчестный шаг лишили меня вашей любви. А лишь что? За неимением чего я чувствую себя богаче. Отсутствие робких взоров и трусливых слов любви. Лучше бы ты не раздалась, раз не умеешь мне угодить! О. Какая очаровательная простота. Ну что, бургундский герцог, скажете, девушке, берете ее или оставляете? Любовь, не любовь, если связана с меркантильными соображениями. И потом она сама по себе приданная. Лир, благородный Лир, отдайте ту часть, которую вы сами предлагали. Мы же договаривались. Я сейчас же назову Корделию бургундской герцогиней. Ничего не дам! Подбираю то, что выброшено. Твоя лишенная наследство дочь, король, станет моей королевой и повелительницей могущественной Франции. И никакие герцоги в водянистой Бургундии не сумеют откупить. У меня это неоцененное сокровище. Попрощайся с ними, король.
несправедливо они были к тебе. Ты, несомненно, теряешь здесь. Но обретешь со мной несоизмеримо больше. Забирай ее, Франция. Пусть она будет твоей. У меня нет такой дочери! Я больше никогда не увижу ее лица! Ступайте прочь без моего расположения, моей любви и моего благословения! Пойдемте, благородный герцог Бургундский. Попрощайся с сестрами, Корделия. Корделия! Попрощайся с сестрами. Ничего не понимаю. Вы же чувствуете то же самое, что и я. Ну чего вы молчите? Нет, конечно, как всегда можете обращаться с отцом по-хорошему. Но ведь рано или поздно вам все равно придется объясниться с ним на чистоту. Будет уже слишком. Не учи нас, как надо жить. Лучше научись угождать своему мужу, который взял тебя нищую из милости. Вам не хватает смирения. Идем. Я думаю, отец сегодня вечером уедет. Наверняка. Сначала он поедет к тебе. Через месяц приедет. Я не знаю! Ты видишь, как изменчиво поведение человека его возраста. Он сестру всегда любил. Больше нас. Он ее выгнал без повода из таких скандалов. Болезнь его возраста. Хотя он раньше едва мог себя сдерживать. Чего же нам ждать теперь? Нет, не только его неуемная раздражительность, но и бесконтрольное слово его бунтующей старости. Но его старость принесет такие же правила, как Кент. Нас еще ждут последствия того, как он распрощался с королем французским. Я прошу себя, сестра, давай держаться за мной. Ведь совершенно понятно, что отец и дальше собирается всем управлять. Что сегодняшняя передача власти просто насмешка над нами. Посмотрим. Нет. Надо предпринимать что-нибудь, как можно скорее. Кент изгнан. Король французский отбыл в гневе. Ваш отец уже умер. Отрекся от власти, удовольствовался денежным пособием. Все это под влиянием минутной ярости.
Как дела, Катерина Рус? Никаких. Почему так спешно прячешь это письмо? Я не слыхал никаких новостей, отец. Что за бумага ты сейчас читал? Сэр, ничего. Ничего? Да? Ничего есть? Ничего. Ничего по природе своей не нуждается в укрытии. Давай сюда посмотрим. Если там вправду ничего, мне очки не понадобятся. Саша, я прошу прощения, но это письмо от моего брата. Я его не дочитал до конца, но то, что я там успел прочесть, мне не подходит для ваших глаз. Посмотрим, посмотрим. Саша, я нанесу вам равную обиду. Я отдав и не отдав это письмо, причем это моего содержания. По крайней мере, та часть, которую я прочел. Дайте мне письмо, Саша. Оправдание брата. Могу только сказать, что он наверняка написал это письмо, чтобы испытать меня. Брат Эдмунд. Традиция уважать старость отравляет нам. Лучшие годы жизни наше наследство достается нам только тогда, когда возраст уже не позволяет нам им насладиться. Власть старого тирана. Если в один прекрасный день отец уснет и не проснется, ты получишь половину состояния. Замер. Это мой законный сын Эдгар. У него даже рука не дрогнула написать все это. Когда ты получил письмо, кто принес? Мне его никто не приносил. Я нашел это письмо на полу в своей комнате. И как тебе кажется, это его почерк? Если бы содержание письма было бы достойным, я бы в этом поклялся. Но в данном случае я надеюсь, что это не его почерк. Это его почерк. Его рука. Я надеюсь, что его сердце было далеко от содержания. Он с тобой когда-нибудь раньше говорил на эту тему? Нет. Никогда не говорил, но я от него часто слышал, что было бы разумно, что если бы когда сыновья достигают зрелости, отцы вступают на путь старости, чтобы сыновья опекали отцов и управляли их состоянием. Именно эти же мысли выражены в письме. Противоестественные, презренные, низкие негодяи. Где он? Я не знаю, наверняка, я умоляю вас, вы не сдержите ваше негодование против моего брата, пока вы не получите более веских доказательств его вины. Это будет разумно. Вы примените насилие, подозрение потом окажется ошибочным. Вы же сильно повредите своей чести и разобьете его сердце, сердце послушного сына. Я готов собственной жизнью поручиться, что Эдгар написал это письмо, чтобы испытать мою преданность вам. Ты так думаешь? Хотите, я помогу вам в этом удостовериться? Я спрячу вас так, чтобы вы смогли услышать наш с братом разговор обо всем этом. Вы таким образом получите подтверждение из его собственных уст. Давайте не будем затягивать, сделаем это сегодня же вечером. Не может же он оказаться таким чудовищем? Несомненно. По отношению к отцу, который его так нежно и искренне любит.
земля и небо половину состоит. А защи этого негодяя. Помоги мне заглянуть ему в сердце. Я готов отдать все свое состояние, только буду знать правду. Отец, я его немедленно разыщу. Я поговорю с ним должным образом и сообщу вам обо всем. Нынешнее затмение, солнечное, лунное, несут нам ничего хорошего. Естественные науки пытаются найти другие объяснения. А природа карает нас своими затмениями! Любовь остывает, дружба рушится. Между братьями раздоры и распри. Рвутся связи между сыном и отцом. Вот. Мой обидчик подпадает под это определение. Сын встает против отца. Король попирает языковые. Тут другой случай. Отец ополчается против своего времени. Лучшие наши времена уже прошли. Коррупция, жестокость, предательство и все сокрушающие разлад будут сопутствовать нам до этого. Разыщи этого негодяя. Ты ничего на этом не потеряешь. А благородный, правдивый Кент изгнан! Изгнан за честность! Изгнан за честность. Странно все это! Вот в этом очаровательная глупость этого мира. Ему не везет в жизни вследствие его же собственных поступков, а он всю вину за свои несчастья валит на луну, солнце, звезды, как будто мы негодяи по необходимости. Он дурак и прелюбодей по воле небес. Я, предатель, вор и изменник, под влиянием светил. Эдгар, пьяница, лгун и развратник, под насильственным воздействием планет. Все наши пороки навеяны божественным провидением. Чудесное оправдание любителя шлюх. Взваливать вину за свою развратность на звезды. Как живешь? А что случилось? А что тебя так расходит? Я размышляю, брат, пророчество по поводу последствий нынешних затмений, которые только что услышал. И ты занимаешься этой ерундой? Я тебя уверяю, Эдгар, что все, о чем только что говорил предсказатель, к сожалению, сбывается. Отношения между детьми и родителями извращаются. Все предательство, свет, разлад между старыми добрыми друзьями, государственные беспорядки, беспричинные свары, изгнание сподвижников, брачные измены. Я не знаю, что еще. И давно ты записался в астрологи. Брат, ты когда в последний раз виделся с отцом? Вчерашний вечер. Он с тобой говорил? Да. Вы расстались. Два часа подряд. Ты не заметил в его словах или жестах неудовольствия? Я нет, не заметил.
подумай, чем ты мог его так обидеть. И послушай моего совета. Не попадайся ему на глаза, пока время не охладит его гнев. Он сейчас на тебя так разъярен, что твое появление приведет его в бешенство. Какой-то негодяй оклеветал меня. Я тоже этого боюсь. Будь осторожен, пока ярость его не уляжется. Иди в мою комнату, а я постараюсь устроить так, чтобы ты услышал мой разговор с отцом. Иди в комнату! Вот ключ. Будешь выходить, бери с собой оружие. Оружие! Оружие, брат, я это советую для твоего же блага. Ходи с оружием. Я не смог передать тебе и десятой доли всей опасности твоего положения. Умоляю тебя, ступай. Брат! Брат! Ты дашь мне знать? Всецело на твоей стороне, брат. Да, госпожа. Он каждый миг оскорбляет меня. Он придирается ко мне по каждому пустяку. Я не могу это больше носить. О, прямый старик. Он хочет распоряжаться властью, которую сам отдал. Старые дураки! Словно дети. И когда они теряют контроль над собой, нельзя потакать. Ты... можешь вести себя с ним. Сколь угодно пренебрежительно и передай это остальным. Я добьюсь выяснения отношений. Я должна поговорить с ним на чистоту. Госпожа, он идет сюда. Ты кто такой? Человек, сэр. Что умеешь делать? Все. Все, что умеют делать обычные люди, делаю я. Но меня отличает крайнее усердие. Да что ты такое? Человек, бедный как король. Если ты так же беден для подданного, как он для короля, то ты и впрямь беден. Ну, что ты хочешь от нас? Служить. Кому ты хочешь служить? Вам. Ты меня знаешь, приятель. Нет, сэр, но в вашем лице есть то, что побуждает меня называть вас своим господином. Что же это такое? Классность. Подойди сюда. Тебя как зовут? Гай. Гай? Гай. Я беру тебя на службу. Почему ушла моя дочь? Милорд, если вам будет угодно. Что? Что? Что сказал этот малый? А ну верни эту дворнягу обратно. Вот вы, сударь. Кто я, по-вашему, сударь? Милорд, вы отец. Вы отец моей госпожи. Отец его госпожи. Подонок ты своей госпожи, сукин сын. Брат, холоп. Прошу прощения, милорд, я ни то, ни другое и ни третье.
Ты сейчас смеешь зыркать на меня! Милорд, не надо меня бить! Я не могу позволить себя бить! А коленом под зад получить не хочешь? Спасибо тебе, приятель. Мне нравится твоя служба. Служи так и дальше. И я буду любить тебя. Я найму его на службу. Вот так. Ты, мой мальчик, как поживаешь? Дяденька, возьми мой колпак, ты его заслужил. А это почему, дурак? Да потому что ты заступаешься за опального. Если ты не понимаешь, откуда ветер дует, за раз простудишься. Давай, бери мой колпак. Если хочешь следовать за таким королем, то он тебе пригодится. Ну так что, дяденька, были бы у меня два колпака и две дочери. Зачем тебе, мой мальчик? Если бы я стал отдавать им все, что имею, колпаки остались бы при мне. Один у меня уже есть, второй выпросил дочерей. Это, камешек, мой огород. Больно. Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь. Одалживай меньше, чем имеешь. Узнавай больше, чем сообщаешь. Держись крепче, чем можешь. Оставь выпивку и шлюх. Сиди дома, и вот тогда получишь больше, чем 100% прирост. Это ничего. Вот ты мне ничего за это и не дал. Пригодится тебе это ничего, дяденька. Мой мальчик, из ничего выйдет ничего. Вот! Это ровно то, на что ты теперь можешь рассчитывать. Едкий дурак! Господин, который присоветовал тебе устроить все, что ты устроил, достоин права сидеть рядом со мной, так что ты уж сам посиди за него. Едкие и сладкие дураки здесь налицо. Вот один в разноцветном костюме, а вот и второй. Ты назван меня дураком, мой мальчик. Так все остальные звания ты отдал, а это твое по праву рождения. Дай мне яйцо, дяденька, а я дам тебе две короны. Что это еще за две короны? Я разобью яйцо посередине, желток и белок. Съем, останутся две половинки скорлупы. Две короны, когда ты разломил свою корону на две части. И обе отдал. Ты дал яйцам законное право учить курицу. А он не такой уж дурак, сэр. Ты умеет. Быть совсем дураком мне не позволили бы. Лорды и великие люди. За ними и дамы не дали мне возможность дурачиться единолично. Увели бы монополию на дурость из-под носа. У шутов от радиации не было так мало ума, как у умников, которые потеряли ум, не знают, чем думают, ведут себя как полоумные, как полоумные, как полоумные, как полоумные. Как полоумные, как полоумные ведут себя. Полоумные. С каких это пор так распелся, любезный? Я распелся, дяденька, с тех пор, с каких ты превратил своих дочерей в матерей, силой пихнул им в руки розги и спустил с себя штаны при всем честном народе. Они же рыдают от нежданно привалившего счастья, а я пою от горя, что такой вот король играет в песочек и ведет себя.
тебя как дурак, мудак. Дяденька, найди своего шута учителя, пусть научит меня врать. Больно мне охота научиться врать. Если ты станешь врать, любезный, то я прикажу тебя высечь. Дяденька, вырежет своими дочерьми кровные раны. Они меня годятся выпарить за правду. Ты годишься высечь за то, что буду врать. Хотел бы я быть чем угодно, но только не шутом. Все-таки я не согласился бы быть с тобой, дяденька. Ты же откромсал свой ум с двух сторон и ничего не оставил в середине. Вот идет один из твоих ошметков. Как ты, дочка? Что ты такая хмурая? Что-то ты в последнее время часто стала хмуриться. Ты был нормальным человеком, когда тебе было наплевать на то, хмурится она или не хмурится. Если ты суешь голову в петлю, потому что боишься смерти, то не жалуйся потом, что тебе трудно дышать. Все, 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 уже придержал язык, не лечь, потому что ваше это лицо как и повелевает мне это сделать. Вымощенный гороховый стручок. Сэр! Не только этот ваш шут, которому позволено все, но и все ваши нахальные прихвостни каждый час бронятся и задирают моих людей. Они затевают невыносимые свары и скандалы. Я ждала, что вы примете должные меры, но сейчас я вижу, вы поощряете такое поведение и даже провоцируете. Это так. И ваша вина не останется без внимания. Наказание не заставит себя ждать. Возможно, я наношу вам обиду, которая в иных обстоятельствах покрыла бы меня позором, но в свете необходимости становится справедливой мерой предосторожности. Видишь, дяденька, воробей так долго выкармливал кукушонка, что тот теперь вынужден откусить приемному отцу голову. Ты моя дочь? Оставьте, сэр. Я ваша дочь. А вы мой отец. Ну так воспользуйтесь же мудростью, которая в вас есть, я знаю, и прекратите эти выходки, которые в последнее время так вас портят. Обуздайте это безумие, оно всех нас губит. А слули не понять, что эта телега тянет лошадь. Милашка, я люблю тебя. Знает ли меня здесь кто-нибудь? Это не лир. Разве с лиром так говорят? Разве на лира так смотрят? Где мои глаза? Или мой разум притупился? Или мой рассудок впадает в летаргию? Ты можешь мне сказать, кто я? Чей лира? Есть еще одна загвоздка. Я почему-то полагал, что у меня есть дочери, которые сделали себя послушного отца. Как вас зовут? Любезная госпожа! Сэр! Это ваше ложное недоумение нисколько не лучше остальных ваших выходок. Я прошу вас правильно понять мои намерения. В вашем преклонном возрасте следует вести себя мудро, а ваши люди... У них такие скотские манеры, что наш дом стал похож на грязный притон. Отец, выполните просьбу той, которая иначе силой возьмет то, о чем просит. Сократите вашу свиту и найдите людей, которых подобает иметь в услужении человеку. Вашего возраста! Докажите мне, что вы меня любите.
Германа. Собирайтесь. Я уезжаю. У меня есть еще одна дочь. Вы ненавидите меня и не можете этого скрыть, а ваши люди видят это и становятся неуправляемыми. Ты лжи. Это отобранные мною люди, и они отлично знают свое место и дорожат своей честью. Вы, сударь, пришли неблагодарность в родном ребенке страшнее, чем в чудище морском. В Кордельи она проявилась не в полную меру, и то ее безобразие заставило меня забыть про голос крови, высосала из сердца всю любовь и растравила ран. Лир, 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 стучи теперь в эти ворота, впусти глупость внутрь и выпусти рассудок наружу. Прошу природу только об одном, чтобы она отменила свое намерение, если собиралась дать тебе потомство. Пусть она выскоблит всю твою утробу, высушит все твои органы размножения, чтобы из твоего гадкого тела никогда не вышло дитя, чтобы любить и почитать тебя. А если ты должна родить, то пусть твое дитя будет из селезенки, чтобы оно жило и служило тебе противоестественным мучением и укором. Вот пусть из-за этого твое юное чело покроется морщинами, и пусть твои льющиеся слезы прорвут каналы в твоих щеках. Пусть обратятся все твои материнские боли и радости в насмешку и презрение, чтобы ты поняла, что неблагодарность детей острее ядовитых зубов змеи. Старые глупые глаза. Если вы снова заплачете, то я вас вырву и выброшу вместе с вашими слезами прямо в грязь. У меня есть еще одна дочь. Она добра и милосердна. Когда она услышит, что здесь произошло, ногтями вопьется тебе в лицо. Ты еще обнаружишь, что я вернул себе тот облик, который, по твоему мнению, утратил навсегда. Видишь? Предупреждаю! Прочь отсюда! Прочь отсюда, Лир! Прочь! Его теперь не оставь!
остановить. Призраки старости разлагают его разум. А вы, сударь, вы больше негодяй, нежели шут. Убирайтесь отсюда, здесь нет чем больше смеяться. Как бубенцы за колпаком. Дурак идет за дураком. Оружие взять в залог мою жизнь. Я знаю его душу. Если сестра согласится содержать его людей, когда я проявила непослушание, отправляйся вот в я. Напишу письмо, а ты сообщи сестре и сам о всех моих опасениях. Да, да, да. Да, госпожа, мне не дано знать, на чем основаны ваши опасения, но я чувствую, борясь с плохим, мы приближаем ужасное. Да. Да! Отец. Отец. Отец! Брат, два слова тебе говорю. Что тебе? Что слышно? Отец везде расставил охрану. Стало известно, где ты скрываешься. Беги, брат. Спасайся бегством. Прочь из этого дома! Ты сейчас можешь бежать под прикрытием ночи. Скажи, а ты ничего не говорил дурного о дедушке Кормере? Он едет сейчас сюда ночью и с небрякал. Ты что-нибудь говорил? Попробуй вспомнить. Я уверен, нет ни слова. Отец идет. Стой, иди сюда. Прости меня, я должен на вида обнажить против тебя нож. Доставай свой. Я же тебе сказал. Ходить с оружием! На! Делай вид, что ты на меня нападаешь. Ну? Нападаешь! Я же тебе сказал, ходить с оружием! Ради твоего же блага! Немного крови. Думали, что я яростно сражался за отца. Джек! А я видал, как пьяница шутя наносит себе раны посерьезнее. Отец! Отец! Кто-нибудь на помощь!
никто не придет мне на помощь! Где ты? Отец мой только что стоял здесь с ножом. И где же он? Отец, я истекаю кровью. Где этот негодяй, Эдмунд? Побежал в ту сторону, когда понял, что ему за ним живо. Удастся. Сходи. Понял, что? Отец, он хотел подговорить меня убить вашу милость. Я ему напомнил, какие тесные нерушимые связи соединяют отца и сына. А он, когда понял, что я против него, бросился на меня с ножом, распорол мне руку. Потом, то ли увидев мою ярость в схватке, где правда была на моей стороне, то ли испугался, что мои крики привлекут охрану, бросился в бегство. Корнелл приедет сегодня ночью. Я объявлю розыски от его имени. Тот, кто поможет найти преступника, заслужит нашу благодарность. Того, кто окажет ему помощь, ждет смерть. Я пригрозил я, что я донесу до него. Вы знаете, что он мне сказал? Ты говорил. Исправный ублюдок! Ты несешь на меня, и ты думаешь, что твоим словам кто-нибудь поверит? Разве тебя здесь ценят, тебя здесь любят, тебя здесь уважают? Нет, я буду все отрицать, даже если ты расскажешь правду о моем замысле. Скажу, что все это были твои измышления, можешь считать всех идиотами, если они поймут, что тебе выгодна моя смерть. Они сочтут это доказательством твоей вины. Он мне... Не сын. Я закрою все гавани, отошлю его портреты по всей стране, его схватят и казнят. Мой верный и любящий мальчик, я найду способ завещать тебе все свои земли. Отец, я... Что же это такое, мой дорогой друг? Едва приехав сюда, я слышу странные новости. Как вы, милорд? Мадам, мое старое сердце разбито. Эдмунд открыл мне замысел негодяя и получил вот эту рану, пытаясь защитить меня. Это был мой долг, отец. Эдмунд, ты же наш. Скоро нам очень понадобятся люди, которым можно доверять. Сэр, я буду очень рад вам служить. Мы первые тебя избрали. Теперь о том, зачем мы к вам приехали. Господа, руки, доктор, ситуация требует от нас самообладания, нам нужен ваш совет. Сегодня я получила письмо от нашего отца, от нашей от сестры. Между ними разногласия, я сейчас как-нибудь в своем доме, не имею в виду. Ну что, старый друг, дайте мне совет, так-то нужно. Что ты за чудовище? Бросаешься на человека, который тебя знать не знает. Я не желаю иметь с тобой дело. Ты привез письмо против короля. Ты перешел на сторону дочери против ее венценосного отца. Дерись, мерзавец! Иначе я все говно из тебя выпью! Миледи, милорд, на помощь! Убиваю! Что случилось? На помощь! Я тебя устрою крещение кровью! Ублюдок! Что, с ума сошел? В чем дело? Хотят песники от отца, от сестры. Что вы не поделили, от чего у вас вышла ссора? Милорд, это престарелый бродяга, которого я щажу только из уважения к вашей милости. Ой, господин, дозвольте я истолкую этого женственного мерзавца в ступе и выложу им все стены сортира. Почему ты зовешь его мерзавцем? Рожа мне его не нравится. А моя, его, ее высочество. Сэр! Моя работа прямота. Наше время
Я видел лица получше тех, что украшают плечи всех здесь присутствующих. Чем ты его обидел? Милорд, я повода ему не подавал. Недавно его господину королю было угодно ударить меня, когда этот, желая угодить хозяину из-под тишка, едва не сбил меня с ног. Эдмунд, принесите колоду. Мы научим тебя. Не надо колода. Я служу королю. Я послал сюда от его имени. Вы выскажете слишком мало уважения, посадив в колодки его вестник. Клянусь честью, ты просидишь в колодках до вечера. Всю ночь. Госпожа, да будь я даже собакой вашего отца, вам бы не след так обращаться со мной. Вы мерзавец, мой отца. С вами нужно обходиться соответственно. Вот это один из тех, кого пишет моя сестра. Я попросил вашу милость не поступать так. Его провинность велика, и король его повелительный. Вы назначили слишком позорное наказание. Мне кажется, ваш отец принят близко к сердцу, что его так мало ценит. В лице его вестника. Сестра Мухтовина загорается больше, узнав, что избили ее дворянина, только за то, что тот выполнил ее поручение. Я отвечу за это. Ну, надевайте колодки. Идем отсюда, милорд. Не надо, прошу вас. Велика. Ой, защемили ноги куда больнее, когда защемит сердце. Все это добром не кончится. Слышал, как мой отец объявил меня вне закона. Все дороги и гавани оцеплены. По всей стране разосланы мои портреты. Я приму самое жалкое обличье.
По нашей округе скитается много нищих из бедлама. Они рычат, молятся, иногда кричат безумные проклятия. Бедный нищий, бедный Том, это хоть что-то, как Эдгар, сын графа Глостера. Я ничто. Подайте бедному Тому. Подняться я с колен, появился взмыленный гонец. Я, обливаясь потом, в торопях, едва дыша, вручил им письмо от вашей старшей дочери Гонерихи. Зима еще не наступила, а дикие гуси уже на юг потянулись. Как она все сжимает твое сердце. Где эта дочь? Самки! Останьтесь здесь оба. Когда большое колесо поднимается в гору, держись за него покрепче, а вот высоко вознесешься. Но вот когда большое колесо катится с горы, отойди в сторону и убери руки, иначе оно свернет тебе шею. Ради денег, жопу, лижи. Ради места, жопу, рвем. А за так, в упор, не вижу эту гадость. Даже днем пуста. Все ж я могу, а для чего я не бегу? Судьбы жопы нет и мой. Той шутки, кем всегда с тобой. Где ты выучил этот стишок, дурак? Да уж не в колодках. Они отказываются говорить со мной. Они больны, они устали, ехали всю ночь. Все это отговорки. Вели моей дочери выйти и выслушать меня. Король желает говорить с принцессой. Любящий отец желает говорить с дочерью. Как бы мне хотелось,
чтобы между вами все уладилось. Все уладилось. Все уладилось. О, мое смятенное сердце, успокойся. Ты прикрикни на него, дядюшка, когда хозяйка на угри, которых она живьем засунула в перо. Ей пришлось колотить их по головам скалкой и орать: «Успокойтесь, выблядки! Лежите смирно! Это ейный брат по доброте душевной намазал маслом сено для своего коня!» Я рада видеть вашу милость! Надеюсь, Регана, что ты рада. Будь это не так, я бы развелся с могилой твоей матери. Приказал засыпать известью кости распутницы. Регана, твоя сестра порочна. Ты не представляешь, где мне благодарность впилась змеиным жалом сюда. Мне трудно об этом с тобою говорить, но ты не представляешь, как низко, как жестоко. Олигарна. Волнуйтесь, отец. Мне кажется, сестра умеет лучше блюсти свой долг, чем вы цените ее заслуги. Мне трудно допустить, что Гонеривия хоть на йоту изменила своему долгу. Если же, отец, она попыталась усмирить вашу буйную с виду, то польза от подобного действия снимает ее всякую вину. Будь она проклята. Отец, вы стали, вас природа стоит на самом краю твоих возможностей. Теперь я лучше понимаю твое положение, чем ты сам. Вернись к сестре. Вернуться к ней? Может, даже попросить у нее прощения? Милая дочка, признаюсь, что я стар, старость беспомощна. На эту колени прошу дать мне пристанище, одежду и еду. Вы мучаете меня, отец. Никогда, Регана. Она смотрела на меня с ненавистью. Она жалила меня своим змеиным языком прямо в сердце. Хотела лишить меня свиты, да падут на ее голову все избранные кары неба, да покроется язвами все ее юное тело. Вы будете проклинать меня. Тебя я никогда не стану проклинать. Ты по природе не жестока. Это ее глаза сверкают яростью. А вот твои же ласкают и утешают. Но ты же не станешь лишать меня свиты. Ты не забыла свой дочерний долг, обязанности дочери. Ты не забыла, что половиной королевства одарил тебя я. Я прошу, вернемся к делу. Кстати, моего слугу кого? Небеса! Кто сюда пришел? Боги! Если вы чтите стариков, если вы стары сами, спуститесь вниз, вступитесь за меня. Регана, ты еще ее обнимаешь. А почему бы ей не обнимать меня, сэр? Чем я вас оскорбила? Грудь моя слишком вынослива, еще не рвется. Кто посадил моего человека в колодцы? Я очень надеюсь, Регана, что ты об этом ничего не знала. Да кто посадил моего слугу в колодки? Я посадил
его в колодке, сэр. Его проступки заслуживали более тяжких кар. Вы посмели. Он посмел! Ты слабый! Я прошу вас, ведите себя как слабый. Вернитесь до окончания месяца к моей сестре. Тогда затем вы сможете ко мне прийти. Сейчас же я не дома. Я не располагаю всем необходимым для вашего содержания. А я с такой же готовностью отправлюсь к порывистому королю Франции, который взял мою дочь без приданого, чтобы у его жалкого трона стоять на коленях, как вассал, и просить у него себе на пенсию. Как вам угодно, сэр. Раздувшийся фурункул. Но я не стану тебя бронить. Не справишься, когда сумеешь. Стань лучше в недосуге. Я тебя стану с деньгами. Я и моя свита. Совсем так. Я не ждала вас так рано. Я не готова принять вас должным образом. Прислушайтесь к словам моей сестры. Доверьтесь нам. Ты так думаешь? Я могу поклясться. Ну вот взять, к примеру, вашу свиту. Как могут в одном доме жить такие разные люди и подчиняться столь разным хозяевам? И почему вам не могут угождать мои люди или вот ее? Вот тогда, если вы столкнетесь с небрежением, мы сможем их призвать к порядку. Я все вам отдал, все отдал вам. Очень вовремя, отец. Раздражаешь в два раза меньше, чем она. Значит, любишь в два раза больше. Отец, ну зачем вам вообще ваши люди, если у нас в домах во много раз больше собственных людей, и они готовы заботиться о вас? Зачем вам хоть единый человек? Требуй от меня причин нужды, и нищие владеют тем, что им не нужно. Если природе позволит не больше, чем ей нужно, тогда жизнь человека станет дешевле жизни зверя. Ну вот ты, женщина и дама, ты, если бы тепло определяла меру красоты, тогда твоей природе были бы не нужны богатые одежды, что носишь, они тебя не согревают вряд ли. Нет, истинные нужды. Естественные ведьмы. Но я отомщу вам обеим так, что весь мир
Я не знаю, что это будет, но всю землю обнимет ужас. Они думают, что я заплачу. Нет, я не заплачу. У меня есть все причины плакать, но скорее это сердце разорвется на 100 000 осколков, прежде чем я заплачу. Куда он направится, мне непонятно. Оставьте старика в покое, пусть сам решит. Здесь на много миль вокруг нет ни деревца. Ночь будет страшная. Он может научиться чему-либо только на собственных ошибках. Граф Гостер. Ни в коем случае не упрашивайте его остаться. Все это слишком жестоко и неестественно, отец. Твое дело молчать! Есть новости посерьезнее. Я получил письмо от Корделии. Обиды, нанесенные нынче королем, вскоре будут отмщены. Французские войска во главе с Корделией уже высадились. Мы должны встать на сторону короля. Я найду его и успокою. Ты ступай за ним, принцесс, беседой, чтобы не заметил моего отсутствия. Спросит, где я, скажи, болен. Лежит в постели. Даже если я заплачу жизнью, а это и мне и грозит, король мой давний повелитель должен быть отомщен. Эдмунд! Умоляю тебя, будь осторожен. Грядут нелегкие времена.
Ау! Когда падают старики, поднимаются молодые. Покоен дух, буря в моем разуме отняла у меня все чувства, кроме тех, которые пульсируют в моем мозгу. Зачем мне неблагодарность, как если прот стал руку рвать за то, что она подносит к нему пищу. Но я свершу возмездие скоро. Я не буду больше плакать. О, ребята, гонорилья, мозги переворачиваются. Как ты, мой мальчик, замерз? Я сам замерз. Иди в лачугу, согрейся. Изменчиво искусство наших нужд и делает нам драгоценной мерзости. Эх ты, мой шут, дурак, а ведь есть у меня в сердце один кусок, который даже из-за тебя болит. Бездомная нищета. А как же вот эти несчастные? Многие бедняки, как же их головы без кровли, их желудки без еды,
их дырявые рваные лохмотья укроют их от этой непогоды. Полторы сажени. Бедный там. Не ходи сюда, дяденька, тут привидение. Кто там еще? Кто ты? Творит. Знаете, это кто? Привидение. Привидение, говорит, его зовут Бедный Пол. Ты тоже все отдал своим двум дочерям и дошел вот до такого состояния. Все отдал им, себе ничего не оставил. Нет, он оставил себе одеяло, иначе мы все сейчас со стыда сгорим. Сэр, у него нет дочерей. Ты предатель. Кто может довести человека до столь униженного и позорного состояния, как нежестокосердные дочери? Да что же это за обычай такой, что отжившим свой век отцам полагается так немного милосердия к их бредной плоти? Обоснованное наказание, ведь именно эта плоть и породила любимых дочерей живоглотов. Эта холодная ночь нас всех обратила в дураков и сумасшедших. А кем ты был раньше? Невольником, сердцем и разумом гордится. Завивал волосы, подчинял своим непристойным прихотям женщин и творил с ними непотребство. Клялся каждый раз, когда открывал рот и нарушал эти клятвы перед лицом всеблагого неба. Сильно любил вино, очень любил карты. В борделях перещеголял самого турецкого султана. У кого член находит убежище, прежде чем голова находит крышу, получит блох и на члены в голову. Лучше бы тебе лежать в могиле, чем отвечать неприкрытым телом на зверство небес. Это и есть человек. Вот вглядитесь в него хорошенько. А он не обязан ни червью шелком, ни зверю шкурой, потому что все это притворство. А он сама самость. Ничем не прикрытый человек есть не более, чем вот это несчастное, ногое, двуногое животное. Расстегивайтесь. Прочь, взятые в наем. Покровы расстегивайся! Дяденька! Расстегивайся! Дяденька! Это совсем не подходит для плавания! Уже дома, дорогая! Мама! Гуми, которые потеряли ум, не знают, чем думать! И ведут себя как полоумные! Как полоумные! Крохотный огонек в большом поле. Все равно, что сердце старого распутника. Крохотная искорка, а все остальное тело холодно. Глядите, вон идет ходячий огонь. Это враг. Это враг. Он появляется на закате, наводит перьма на глаза и мучит бедных тварей земных. Как вы себя чувствуете? Кто там? Кто здесь?
Кого вы ищете? Кто здесь? Ваши имена! Бедный Том. Он ест лягушек, жрет головастиков, тритонов, коровий помет вместо салата. Жует крысы псов, сдохших в канаве, и пьет зеленую стоячую слизь. Он мутант! Какую дурную компанию вы угодили, мой государь? Принц Мэтчандрман! Породил его похотливый город! Наша кровь и плоть, мой государь, до того извратились, что ненавидят своих отцов. Дому холодно! Ваши дочери велели запереть все двери и отдать вас на милость этой непогоды. Пойдемте со мной. Я все же решился разыскать вас и отвезти туда, где тепло и еда. Мой государь, примите его предложение. Ступайте в дом. Я хочу поговорить вот с этим философом. О чем ты думаешь? Как бороться с врагом? И уничтожать мерзость! Дай-ка мне задать тебе вопрос с глазу на глаз. Мой господин, сделайте еще попытку пригласить его. Его разум слабеет. Можно ли его винить? Дочери ищут его смерти. Ты говоришь, король сходит с ума? Я тебе скажу, я сам почти безумен. Был у меня сын. Теперь он меня не сын, он покушался на мою жизнь. А я любил его, как ни один отец не любил своего сына. По правде говоря, горе сводит меня с ума. Был такой Кент. Сейчас он в изгнании. Он предрекал, что будет так. Что за ночь? Мой государь, прошу вас. Только с ним я никуда не пойду, без моего философа. Позвольте, позвольте ему взять этого малого с собой. Берите его с собой. Пойдем. Ступайте! Ступайте все! Пойдем со мной, мудрец, достопочтенный. Вам придется довольствоваться этим приютом. Я постараюсь, чем смогу, облегчить ваше положение. Вернусь вскоре. Но вы же видите, отец ищет меня. Скажи мне, дяденька, а кто вот этот сумасшедший? А? Сын своего отца. Точно. Только безумец верит в кротости волка, любви мальчика, клятвам короля и нежности отца. Я хочу воткнуть в них 100 000 раскаленных штырей, выколоть им глаза. Лживые сердца, грешные мысли, кровавые руки. Тогда рассуди нас. Ты верховный судья. Садись туда. Ты его брат по беспристрастности. Садись туда. Ты присяжный заседатель. Садись туда. Итак. Ехидный. Ой, посмотрите, как он стоит и сверкает глазами. Я никогда не видел таких злобных глаз. Все силы его разума уступили его страсти. Прошу свершить над ними суд. Свершим. Только по справедливости. Сначала будем судить ее. Это Гонорилья. Я клянусь пред достопочтенным собранием, что она выгнала короля на улицу, своего отца. Ну,
подойди сюда, голубушка. Тебя зовут Гонерилья? А этого она не может отрицать. Того ты вторая. Регана, ее искаженные черты свидетельствуют, из какого материала сделано ее сердце. Я требую, чтобы вскрыли грудь Риганы. Я хочу посмотреть, что там у нее в области сердца. Есть ли в природе причины, порождающие дочерей без сердец? А где они? Где они? Остановите их! Стража! Измена! Во дворце! А что же ты? Судья бесчестный! Позволил ему скользнуть! Боги, да сохранят твой разум! Прилягте! Отдохните! Тише! Не шумите! Вот так. Завтра утром сядем поужинаем. А я отправлюсь в постель в полдень. Отправляйтесь в Дувр. Там вы найдете и гостеприимство, и защиту. Промедлите полчаса, пропадет ваша жизнь и моя. Не беспокойте его больше. Он совсем обессудит. Да нет, господин, цвета два. Пусть трудится, я там два. Без борзой, без сторожевой, без задира, без растяпанного все дрожа. Ты знаешь, зачем устрицы, раковина? Нет, я не знаю. И я не знаю. Зато я знаю, зачем улитки домик. Зачем? Да чтобы прятать в нем свою голову. Уж не для того, чтобы отдать его дочкам и оставить свои рога без крыши. Завтра утром встанем, поужинаем. А я отправлюсь в постель в полдень. Скажу пророчество и уйду. Когда и праведники лживы в трактирах разбавляют пиво, все лорды за шелка в долгах, а за любовь жрут на кострах, уж тут, конечно, жди беды, раздора, смуты и вражды. Вот вдруг очнется совесть в людях, и вдруг предателей не будет. Все разом вспомнят слово «честь», порочь начнут лжецов залезть. А правда переборет слухи, возьмут, построят церковь, шлюхи, взойдут на небо две луны. Всем голым раздадут штаны. Тогда всех тех, кто доживет такой счастливый жребий ждет. Это пророчество сделает Мерлин, который будет жить через 300 лет после меня. А я доживу до его времени. Какая-нибудь девица
будет смеяться над моим уходом. Она ненадолго останется девицей. Если, конечно, мне чего-нибудь не отрежет. Прочь отсюда, бедный Том. Французские войска уже высадились. Я развернула французские знамена на нашей мирной земле. Я иду войной на сестер. Корделия, королева Франции. Теперь я вижу, что не только черная натура твоего брата заставила его покушаться на жизнь отца. Старик словно сам напрашивается на неприятности собственными непростительными грехами. Злая моя судьба. Это письмо доказательство того, что мой отец шпионил для Франции. Если оно правдиво, у вас в руках ценнейшая информация. Правдиво или ложно, но это письмо сделало тебя графом Глостером. Сестра, отправляйтесь скорее к милорду вашему супругу. Расскажите ему об этом письме. Разыщите предателя Глостера! Повесите его немедленно. Вырвать ему глаза. Отец! Эдмунд, вы составите компанию нашей сестре. Нам нужно действовать как можно скорее. Обстоятельства вынуждают нас к поспешности. Где король? Граф Глостер отправил его в Дувр, где, как говорят, короля ждут вооруженные друзья. Доброй дороги, сестра. Доброй дороги, граф Глостер. Лишить Глостера жизни, не нарушая правосудия. Наша власть окажет услугу нашей ярости. Там кто? Предатель? Неблагодарный лиса Тома. Свяжите его морщинистые руки! Что делают ваши милости? Друзья мои, подумайте, вы мои гости. Не опускайтесь до подлости, друзья. Проклятый предатель. Вы, госпожа, немилосердная, я не предатель. Итак, сударь, какой сговор? Какие письма вы в последнее время получаете из Франции? Говори проще, мы знаем правду. В какой сговор ты вступил с врагами, недавно высадившимися на нашей территории? Куда ты отправил безумного короля? Говори. Недавно мне подбросили письмо, написанное сердцем. Не вражеский хитрит. Врет! Куда ты отправил короля? В Дувр. Зачем же в Дувр? Разве тебе не запрещали под страхом смерти? Зачем же в Дувр? Я связан и приму казнь. Зачем же в Дувр? Сударь! Затем, чтобы не видеть, как ты своими когтями вырвешь своему отцу старые несчастные глаза. Если бы волки стояли в такую непогоду у твоих ворот, ты сказал бы: «Привратник, отвори затвор!» Любая жестокосердная тварь прониклась бы жалостью. Но я еще увижу, как крылатое возмездие настигнет таких детей. Увидишь. Ничего ты не увидишь. Я раздавлю твои глаза ногами! Но держите его крепче! Кто надеется дожить до старости?
Помогите мне! Увидишь. Ничего ты не увидишь. Уберите руки, не можешь что вы творите. Я служил вам с детства. Да прямо с детства! Ваша милость, я на него сейчас остался прощать один глаз. Взгляните, он тоже ранен. Увидишь. Ничего ты не увидишь. Прочь, мерзкая слизь! Где теперь твое сияние? Где? Мой сын, Эдмунд! Эдмунд на помощь! Прочь, негодяй, предатель! Эдмунд ненавидит тебя, именно он открыл нам твое предательство! Он слишком хорош, чтобы тебя жалеть! Боги, простите меня и помогите Эдгару! Ты моя богиня, я служу только твоим законам. Я не буду позволять людским предрассудкам обделять меня только потому, что я незаконно рожденный ублюдок. Почему? Незаконно рожденный. Ведь мое тело так же совершенно. Мой ум так же развит, и лицо так же красиво, как и у сына честной женщины. За что нас клеймят ублюдками? Незаконный, незаконно рожденный. На него возбужденная природа тайком тратит гораздо больше силы и яростной энергии, чем в скучной, холодной и усталой постели идет на целое племя глупцов, законно зачатых в полусне. Чудное словечко! Законно рожденный. Побереги слова. В нашем положении нужно действовать, а не рассуждать. Французские войска уже высадились. Корделия хочет доказать отцу, что она одна любит его по-настоящему. Регана теперь одна. Возвращайся к ней, ты должен собрать ее людей, возглавить ее войска и направить в Корделия безумнейшего короля. Я отдам все тому, кто сделает так, чтобы Корделия отца не стала. Но ведь я уже приблизила к тебе удачу на один шаг. Исполни свою миссию, и ты можешь считать себя счастливцем. Граф Глостер. Твой до смерти. Какое время такие герои? Иди ко мне. Боги, не подведите ублюдков. Отец! Отец! Кто здесь? Бедный, безумный дом. Нищий, нищий. Прошлой ночью я видел одного нищего, и мне подумалось тогда, что человек – это червь. Мой сын Эдгар мне вспомнился тогда, но мысли мои были враждебны ему. С тех пор я многое услышал. Сейчас хуже всего.
Сейчас мне еще хуже, чем раньше. Мы для богов точно мухи для жестоких детей. Они обрывают нам крылья для развлечения. Дожить бы до того момента, когда я возьму Эдгара за руку. И тогда я скажу, что зрение вновь вернулось ко мне. Послушай, приятель. Боже, благослови твои красивые глаза. Они кровоточат. Я оступался, когда был зрячим. Увечья приносят пользу. Ты знаешь дорогу в Дувр? Да, все кочки и ухабы, и конный путь, и пеший. Бедный Том сошел с ума от страха. На, возьми. Природа. Будь всегда столь же справедлива, и каждый получит по заслугам. Знаешь, дур! Знаю. Там есть утес. Отведи меня на самую кромку этого утеса. Оттуда мне уже не нужен будет поводырь. А я думал, что в несчастье и есть надежда на то, что станет лучше. Дай мне руку. Бедный Том тебя проводит. Таково наше злое время. Безумцы ведут слепых. Пойдем. Бедный Том тебя проводит. Отец раздвигал ноги моей матери под драконовым хвостом. Родился я под созвездием Большой Медведицы, и из этого следует, что я должен быть груб, черств и развратен. Сударыня, я был бы точно такой, какой я есть, даже если бы самая девственная звезда Поднебесья мерцала над моей незаконностью. Скажите мне только правду. Вы любите мою сестру? Настолько, насколько мне велит мой долг. И вы никогда не находили дорогу ее мужа к самому запретному? Сударыня, эта мысль недостойна вас. А мне кажется, вы были близки с ней и обладали ее телом. Не сомневайтесь во мне. Я не потерплю соперничества. Мой господин мертв. Я готова вас облагодетельствовать. Берите моих солдат, мой титул, мои земли. Распоряжайтесь ими. Вы завоевали эту крепость. Я готова назвать тебя своим супругом и повелителем. Твой. Но есть одно но. Было недопустимым легкомыслимым оставить слепому Глостеру жизнь. Где бы он ни появился, он возбудит все сердца против нас. Ты должен избавить своего отца от никчемной жизни и жалости к его страданиям. Если ты не сделаешь то, о чем я тебя прошу, ты можешь пробивать себе дорогу в жизни другими средствами. Сделаю. Какое время такие и герои. Иди ко мне. Боги! Не подведите ублюдков. Отец, отец! Когда же мы взберемся на вершину скалы?
Мы прямо сейчас на нее поднимаемся. А ты прислушайся. Слышь, море? Нет, ничего не слышу. Видно, все твои другие чувства отказывают тебе. Из-за беды с твоими глазами. Возможно. Мне кажется, твой голос изменился. Ты кругом не прав. Я ни в чем не изменился. Мне кажется, ты говоришь внятнее. Стой! Пришли. Как страшно это было в окружении глядеть в эту пропасть. Вороны, кружащие в полуденном воздухе, кажутся размером с жучка. Рыбаки, как мыши. Корабль, как лодка. Лодка вообще не видна. Я не буду больше глядеть в эту пропасть. Иначе мой бедный мозг не выдержит, и я рухну с головой прямо в эту страшную бездну. Поставь меня туда, где стоишь сам. Мы в одном шаге от самого края. Дай мне услышать, что ты ушел. Природа, я отрекаюсь от этого мира и от всех своих нестерпимых несчастий. Природа, если Эдгар жив, благослови его. Я так шучу с твоим отчаянием, чтобы тебя исцелить. Отец. Отец. Прочь отсюда! Дайте мне умереть! Скажи-ка еще что-нибудь. Упал я или нет? Упал. Жуткого обрыва эти меловые скалы. Да будь ты хоть пушинкой. Для природы сам воздух. Упав с подобной высоты, ты бы разбился, как яйцо. Но ты же ведь дышишь. Ты говоришь. Нет, нет. Ты не сошел с ума. Ну-ка, скажи-ка еще что-нибудь. Какое-то утешение было в том, что можно было обхитрить природу и закончить все это смертью. Дай мне руку. Вставай. Вот сейчас ты стоишь. Ну как ты?
Слишком хорошо. Слишком твердо. Кто стоял с тобой рядом на обрыве? Нищий. Нищий. Это был дьявол. Так что поблагодари-ка небеса, счастливый отец. Они тебе жизнь сохранили. Природа. Я это не забуду. Мгновение с седой бородой. Они крестили мне. Они говорили, что моя борода посидела, когда на моем подбородке еще не было даже черных волос. Они на все мои слова говорили «да», «нет», «да», «нет». Слабая теология. И вот когда меня дождь намочил, когда ветер заставил мои зубы стучать, я их разгадал. Я все про них понял. Понимаешь, они не сдержали слова. Они мне говорили, что я венец творения. Это ложь. Я не защищен даже от простуды. Я хорошо помню этот голос. Ты король. Да, король. Король. До кончиков ногтей, король. Вот я хмурюсь, и видишь, как подданный дрожит. Я дарую жизнь этому человеку. В чем его проступках? Прелюбодейство. Ему выкололи глаза за прелюбодейство. Нет. Вон даже птица королек этим занимается. Ну вот маленькая золотистая мушка совокупляется у меня на глазах. Да процветает. Совокупление! Совокупляйтесь все! С похотью, без разбора! Мне нужны солдаты. Хитроумная была идея обвязать копыта коням целого полка войлоком. Я применю ее на практике. И вот когда я подберусь к этим двум дочерям, тогда бить, 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 бить на смерть. Ведь даже незаконно рожденный сын Глостера, ублюдок, и тот был добрее к своему отцу, чем ко мне, мои дочери, зачатые между законных простыней. Нет, ты только погляди вот на ту лепечущую даму. Глядя на ее лицо, можно подумать, что у нее в развилке снег. Неодобрительно качает головой, едва услышав слово «совокупление». Да ведь не хорек, не порченная кобыла не предаются блуду с таким ненасытным аппетитом. От пояса и вниз они кентавры, хоть женщины вверху, да от головы до пояса владение богов.
что ниже принадлежит дьяволу. Ад, тьма, пропасть с кипящей серой, зловонной, засасывающей, обжигающей. Дай мне вам свою духов. Подсластить мое воображение. Дай мне поцеловать твою руку. Нет, подожди, я сначала ее вытру. От нее несет тленом. На. Венец творения. Как же тебя изувечил этот сумасшедший мир? Ты узнаешь меня? Твои глаза мне памятны. Смотришь на меня с прищуром. Нет, 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 старайся, не старайся, слепой Купидон. Я уже не полюблю. Ты лучше прочти вот этот вызов и заметь, как красиво он написан. Даже если все буквы будут светиться подобно солнцу, я ничего не увижу. Читай. Чем? Пустыми глазницами. А, ты такой же, как и я. Ни глаз в глазницах, ни денег в кошельке. Да, глазам твоим тяжело. Зато кошельку легко. Вот видишь, как устроен мир. Видеть не вижу. Но чувствую. Ты что? Прихнулся. Увидеть, как устроен мир, можно и без глаз. Смотри. Ушами. Или... как презренный политик. Надень свои стеклянные глаза и делай вид, что видишь то, чего не существует. Но если ты хочешь плакать о моей неудачной жизни, тогда возьми мои глаза. Я тебя неплохо знаю. Ты глупец. Ну, будь терпелив. Плача, пришли мы в этот мир, едва почуяв воздух в первый раз. Мы плачем и кричим. О. Слушайте проповедь. Едва родившись, мы плачем и кричим. Сожалею, что вышли на этот вселенский балаган. Вот он! Где? Государь, ваша любящая дочь. Обращайтесь со мной хорошо. Я же король. Нет, я, видно, родился на свет за тем, чтобы судьба шутила со мной шутки. Призовите хирургов. Я ранен в мозг. У вас там будет все, что вы пожелаете. Когда не все еще потеряно. Вы наш монарх, и мы вам повинуемся. Хочешь меня поймать? Лови. У шутов отродясь не было так мало ума, так умников, которые потеряли ум, не знаю, чем думать. Ваше Величество. И ведут себя,
Как полоумное! Ваше Величество! Как полоумное! Отец, как полоумное! Как полоумное! И я сошел с ума. Тогда бы несчастье под действием больного воображения забыли бы, что они несчастье. Нет! Отец. Безглазая голова обречена в плоть, чтобы устроить мою судьбу. Да вложит природа все силы в твои руки. Смелей, ублюдок. Ублюдок! Я не ублюдок, отец! Не проводи, ублюдок! Не мешай беднякам идти своей дорогой. Не смей заступаться за опального. Ублюдок. Ты предатель. Ты предал своих богов. Своего отца. Брата. Я не ублюдок. Ты убил его. Да. Жаль, что он погиб не от рук палача. Отец, Эдгар, я твой сын. Эдгар, отец. Могилы. Ты душа, обитающая в раю, а я же прикован к огненному колесу, и мои слезы обжигают меня, как расплавленный свинец. Со мной жестоко обошлись. Я сам бы умер от жалости, увидев другого в подобном положении. Ты дух, когда ты умерла, боюсь, я не в своем уме. Только не смейся надо мной. Да, я старый, глупый. Никому не нужный, впавший в детство старик. Но мне кажется, что я тебя знаю, хотя я
в этом не уверен, так как не понимаю, где я нахожусь. Но клянусь, так же, как то, что я мужчина, и мое дитя Корделия. Это правда. Это правда. Взгляните на меня, государь, и благословите меня. Твои слезы мокрые. Но все же прошу тебя, не плачь. Если ты приготовила мне яд, я его выпью. Я понимаю, что ты меня не любишь. Твои сестры, я помню, причинили мне вред. У тебя хотя бы была для этого причина, а у них же и не было никакой. Нет, у меня причины нет. Только не смейся надо мной. Где я? В Париже? Во Франции? Нет, вы в своем королевстве, государь. Только не издевайся надо мной. Да я... развернула французские знамена на нашей мирной земле. Я иду войной на сестер. Я защищаю ваши интересы, отец. Thank you.
уходи! Останься! Мы будем жить здесь! Мы будем молиться! Петь! Мы будем петь, как птицы в клетке! Мы переживем их всех! Мы еще увидим, как они все подохнут! Что ты говоришь? Что? У тебя прекрасная черта в женщине. Дайте мне зеркало! Если ее дыхание заденет стекло, тогда она жива! Я умею отличить мертвого от живого! Тогда это шанс, который может искупить все беды, которые мне довелось вынести. Хитроумная была идея обвязать копыта конем целого полка. Войлок! Я применю ее на практике. И вот когда я подберусь к этим двум дочерям, тогда бить насмерть! Твои старшие дочери погубили себя и сами погибли в отчаянии. Даже самые справедливые войны проклинаются теми, кто терпит страдания от них. Небеса справедливые. Они быстро карают нас за наши прегрешения. Я так и думал. И мою дурочку убили. Всех убили. Она мертва. Она ушла навеки, она мертва, как эта земля. Собаки, кошки, крысы можно жить, а в тебе нет дыхания. Ты уже не вздохнешь никогда. Никогда. Расстегните мне пуговицы на
здесь.